привет! В эфире Миша. Всем привет! С вами Миша и... Денис! Скинь мяч! Здравствуй, и стар, и млад, и Влад. Мы стали ярче. Мы стали больше. В эфире «Абы что?» Проект, в который можешь попасть и ты, сам того не подозревая. Французский парфюмер с мировым именем Жан-Поль Джозикян. Автор ароматов «Игривая рябина», «Ледяная брюква», «Маз», «Фактор» и «Антонио Фагундес», «Блю Седакшн». А вы что, какой-то? Какой Джозикян? Какой Фагундес? Выдуманный бренд не остался незамеченным и привлек внимание на улицах города. Проект «Абы что?» презентует прикол парфюмеры. Мало кто знает, что известный парфюмер. Известный. Сегодня в Могилеве открывается новый... Сегодня в Могилеве открывается новый фирменный магазин Жана-Поля Джозикяна. Известный бренд теперь и в нашем городе. Мартиросян, Галустян, покупаем Джозикян. А попробуй. Жан-Поль Джозикян приехал в Могилев. У нас сегодня открывается магазин. Он француз, но из Черикова. Волонтер. Понятно. Все, поняли. Вот первые два хорошие. Первые да? два хорошие. Сегодня. Два товара по цене трех. Уникальная акция. Только сегодня. Хорошо, вы... спасибо. Ну-ка, понюхай. Ну, как? Чем пахнет? Джозикяном. Нарки, вот так, вот так. Ага. Вот. Тут не капает. Ну, хватит. Хорош. Это крем для щиколоток. Зачем ты дал втирать в руки? Ребята. Он вызывает жуткое раздражение. Бедных учительниц. Чесотку, чесотку и покраснение. Срочно смывайте. Смывайте, причем духами пихты. Отпугивает мух, комаров и даже моль. Ну, если только. Шикнули только, что мне чесаться надо. Вам шикнули бесплатно, мужской аромат. Если чешется, бесплатно. Жан-Поль Джозикян смешивает обычно несколько вариантов. Вот, допустим, здесь брюква и сельдерей. Ух ты! Очень вкусно. Можно на вас, потому что вы мужчина. Вот, понюхайте. Приятно, да? Да. Неплохо. Вот, то есть как бы он понюхал и сразу же и сыт получается одновременно. Ну, как бы да. Если не хотите идти в школу, можно пшикнуть дезодорант на манту. Сколько стоит? Сколько? Наш спонсор – новый омолаживающий крем «Секреты Софии Ротару» с ароматами плодов крапивы. Втирайте нежно в кожу и становитесь вы моложе. Какой хороший крем! Даже кожа не щипит. Похер! Ты за кого играть будешь? За Барселона. А я за ПСЖ. Я сейчас позвоню вашим родителям. Не надо никого звонить. Лучше дайте нам ваш номер телефона. Потом мне ВКонтакте сбросишь. Новый омолаживающий крем «Секреты Софии Ротару» с ароматами плодов крапивы. Втирайте нежно в кожу и становитесь вы моложе. Мне кажется, что мы переборщили. Когда Лионель Месси был маленьким, мама водила его тренироваться на Сдюшор 7 к Чаплыгину. Но он почему-то постоянно сбегал в Испанию. Давай, короче. Короче, парфюмеры. У Жана-Поля Джозикяна появился официальный хэштег. Присылайте фото и видео с именно... Раз, два, три. Поехали, Жан-Поля Джозикян. Давайте понюхаем. Мужской, женский? Женский. Женский. Попробуйте. И визиточки. И скидка будет. Слушайте, да. Я только что попробовал. Смотрите, дырка. А, нет, разъела. Посмотрите. Что сейчас делать?
А? Ну. И у меня что-то зачесалось. Вот здесь. Зачесался что-то палец. Сразу шипер лет. Прийти на руку лучше, да. Пробовать будем? Новый аромат Жан-Поль Жизикян. Кто покупает? Невкусно. Вы покупаете? Я? Нет, мне денег нет. Ну так давайте пойдемте, у меня вот там сковороды. Я продаю сковороды. Да? Какие? Мне надо сковороды. Надо. Серьезно? Пойдемте вон на оплату. Ну я сейчас приду, идите, я уже говорю. Молодой человек, мы духи продаем, мы духи вообще. Просто нас... если человеку не надо ваши духи, так я говорю, что может сковороды надо. Наверное, многие догадались, что мы сегодня разыгрывали могилевчан. Фирменный магазин Жан-Поля Джизикяна находится не на улице Росомахова, а на улице Вейцехостела. 47, приходите и друзей вы приводите. Или на шоссе Белобородова. Где угодно, но не на Росомахова. Влияние классической музыки на животных давно научно доказано. Мясо форели становится краснее, если слушать группу «Ленинград». Продолжаем программу новой акции «Подвезу за песню». Эй, девчонка, смотри. Может быть, и тебя покатаем? Многие могли часто слышать фразу «такси абы что». Эта фраза стала реальностью. Меня прибивает. Не попал, не попал, не попал. Сейчас будет. Переходите или едете? Могу вас, поможем вас подбросить. Подбросим за песню. Вы едете куда-нибудь? Можем подвезти вас. Прям с собакой. Сзади дверь, вам открыть, нет? Как собаку зовут? Собака, собака не видит. Хорошо, что не видит. Ветер надо выйти. У тебя вокала, что ли, нету? Громче, мальчик! Поехали! Остановите! Остановите эту машину! Остановите! Ветер! Это Лола там! Ветер надо выйти! Меня даже собаки боятся! Девочки, подвезем за песню. Вам открыть дверь? Да. Сделайте. Пусть это сделает водитель. Давай запишем эту песню, мать его, чтоб никогда не поставили на радио. Курточка моя так хорошо сидит на ней. За комплики выбрал NBA. Бояться больше не имеет смысла. Когда будет припев, показывайте вот так вот зрачки. Вот это? Да. Твои зрачки. Твои глаза. Такие чистые, как небо на звездах. Остановлю эту планету. Ну вон женщины берите, ну попробуй. Друзья, вы просто в темпе, быстрее, быстрее. Здрасте. Здрасте. Честно, подвозим за песню практически. Куда мы едем? ЖД вокзал чуть дальше. Вопросов нет. Хорошо. ЖД вокзал чуть дальше в Шклов. Так. Списать, и как вас зовут? Нина Николаевна меня зовут. Очень приятно. Очень приятно. Хочу тебя укрыть, хочу тебя укрыть облаком, облаком. Подвозим. Как еще раз отчество, Нина? Отчество. Как ваше еще раз? Нина Николаевна. Подвозим Нину Николаевну. Она согласилась с нами спеть. Это огромный плюс. Николай Каманцев это отметит. Ты мое сердце чистого золота, и я спасу тебя от холода. Ты мое сердце чистого золота,
Отлично. Отлично. Вы знаете, почему у нас такая большая голова? Потому что мы постоянно думаем о вас. Цезарь мог делать три вещи одновременно. Смотреть на звезды, смотреть на небо и смотреть абы что. Что ты говоришь, тогда же не было абы что. Абы что было всегда. Ты же видел Пизанскую башню? Меня Келина зовут. Можно Геля просто. А Геля? Меня зовут Маша. Геля, Маша. Геля. Отлично. Игорь, у вас отлично. Есть вокальное образование? У меня горло село. 3 класса музыкальной школы. Отлично. Серьезно? А где вообще учитесь? Вы из Бобруйска? Вы из Бобруйска? Как круто мы подвозим. Мы, короче, у нас маршрутка до Бобруйска. У нас тоже 6 часов. Давай тает лед. О, давайте! Ай-яй-яй-яй! Здесь нас не найдут проблемы, только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте, все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко, это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Отдаем девочек на финал. Желаем им удачи. Умницы. Хорошо, хорошо. Давай. Спасибо. Все, вам спасибо большое, девочки. Спасибо. Пока. Предлагаю попрощаться по-английски. Покедова. Покедова. Знаменитый бристольский акцент. Покедова. Покедова. Жел номер 9. Все бы хорошо. Песни пелись прекрасно. Но если бы не дороги на улице Криничной... Нет, к нам приезжал зарубежный гость. Он сказал, я понимаю, у вас дороги, чтобы объезжать яму.